Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Донни, и сегодня мы снова играем на Next RP. Но, ребята, перед тем, как мы начнем, я по традиции передам приветы последним трем рефералам, которые при регистрации указали мой промокод. И сегодня ими стали Максим Голубин, Никита Дудин и Макс Баранов. Спасибо вам, что при регистрации указали мой промокод, и большой вам привет. Ребят, сегодня у нас намечается по-настоящему интересная серия, поскольку сегодня у меня наконец-то запланирована встреча с моим другом, а именно с Андреем. GTX, я думаю, что многие из вас его знают. И, друзья, смотрите, что у нас получается. Буквально вот недавно я участвовал в драг-рейсинге, то есть в гонках, меня пригласил мой знакомый. Пригласил он меня на эти гонки, чтобы я позаработал, и, ребята, я выиграл, то есть я заработал 200 тысяч, но чуваки, с которыми я гонял, они решили меня кинуть и бабки мне не отдавать. В итоге они меня присанули, и я чудом спасся. Но, ребята, сегодня я начинаю собирать свою банду. Вот приехал Андрюха, и я думаю, что, ребят, с этого дня мы будем готовить план, как бы отомстить тем самым стритрейсерам. В общем, скоро Андрюха уже приедет, поэтому я его жду, и после этого мы продолжим. Опа-па, чё за пацан такой подъехал? О, братишка! Фига ты заряженный. Здорово, рад тебя видеть, братишка. Кстати, у нас одежда одинаковая, по-моему. Да-да-да, адики. Объебаса, братишка, да? Да-да-да, братан, тоже на тазе двигаешься. Да, приора сила, братан. Приора 16-клапанная, приятель. Да ну нафиг, я так мечтаю. Она вообще могёт, чем я считаю, такие тапки. Да, братан, а чё, я бы хотел к тебе подселиться, а то я тут ВАЗ-2109 живу. Да, тогда пошли. Пошли, я тебе покажу, короче, свою хату. Погнали за мной. Да, погнали. Так, у меня вот. 9-я квартирка, заходи. Так, выбор квартиры, вот домофон, войти. Так. Отлично. Вот, короче. Ух ты ж, ёпер! Вот ну, такой, да. Конечно. Да, одна комнатка такая, то есть эконом-класс, то есть ты понимаешь, но в принципе слушай, жить можно. Да-да-да, кровать тут одна стоит уже бабок, там, не знаю, за сотню реально переваливает. Братишка, проблема в том, что она реально одна. Я понял тебя. Все, я понял, братан, тут no comment, okay. Если что, на полике вот здесь посплю, братан. Да, она будет прикупить там что-нибудь, типа раскладушки, матрас. Главное мыло не ронять. Главное первое мыло не ронять. Короче, слушай, братишка, тут такая история была недавно. Да, ты меня в общем, вызывал, короче, да. Созвонились. Но... Смотри, короче, была такая история. Буквально недавно один мой знакомый, который уже живет здесь уже давно, позвал меня на гонки, то есть прокатиться, заработать бабки и так далее. Вот. Я поехал на приоре, там прокачал ее, все дела, и я в этих гонках выиграл. Вот. И прикол в том, что я эти бабки должен был заработать, но чуваки меня решили кинуть. Ничего себе, да, еще они... даже не объявлялся? Вообще, то есть, короче, они мне машину расстреляли, я еле смог уехать, но в итоге такая проблема, что я хочу им, короче, отомстить. Угу. Я вот. Тебя понял, братан, но я как бы, кровь у меня горячая, хладнокровная, давай за ствол беремся, если есть. Короче, смотри, дело в том, что их там двое-трое как минимум, то есть они такие, ну... Чуваки такие заряжены, то есть машинки, плотные, то есть сильные, да-да, вот. И я что подумал, может быть, еще соберем побольше команды, побольше банду, и тогда уже разберемся с ними. Слушай, я тоже так думаю, раз их трое-четверо, а может быть даже и больше, скорее да. всего, раз они так лихо, знаешь, киданули видеоблогера, они же знают, наверное, что ты здесь снимаешь. Не знаю, братишка, знают они или нет, но, в общем, пока у меня не было возможности и не было людей, вот, я думаю, что вдвоем мы с тобой сможем собрать большую компанию. Вот еще пришел третий. О, пришел приятель, чаёку давай наливай. Мухаммед. Слушай, братишка, я подумал, у нас такие заряженные жиги, там, у тебя как она, прокачана или стоки? Да, слушай, чиповку какую-то ставил левую. Оу, май, рели? Да, что ты ставил там? Давай, что слушай, может, протестим наши? Ну, а давай жиги поменяемся другие. Реально. Ты запустишь свою, я свою. А, в смысле, обменяемся машинами? Ну, либо давай. Или давай так, да. Давай сейчас так. Подожди, сюда я ее заведу туда. Да, я тоже запущусь, как ага. бы. Давай, ключи нужно передать, слышишь, Давай сейчас. Все. Вообще, на самом деле, она у меня вроде как и полностью вообще прокачана внутри, и снаружи, как ты видишь, тут не обвесы стоят, тапки. Да, у тебя еще 16-клапанник, приятель, у меня 8, типичный такой мотор, не знаю, по да. Вот, погнали. Я с собой подписчика везу, короче. Знаешь, вот. Короче, прикол в том, что комплекс жилой, я выбрал его просто вот специально, потому что он такой реально крутой, как бы въезд получается во дворик через арку. Да. Прям вообще классное место, мне слушай, очень понравилось. Да, только единственное, что там гопники пасутся, наверное, часто по вечерам вот на таких вот районах. Ну, я не видел еще ни разу никого, но... много так гонщиков, да? Так. Сейчас выходим напрямую, да? Да, давай, но ты уже уходишь от меня, я хочу сказать тебе. Тихо, я подрезал, молодой меня подрезал. Газелисты реально молодые, зеленые. Нифига, что творят. Так, давай сейчас стоим сейчас напрямую сюда вот. Да, давай, врубаем аварийку, братан, так. А как она врубается?
Блин, у меня стрекоза сломанная, хер его знает. Ладно, короче, неважно. Давай отсчет. Давай, короче, я буду отсчитывать. Ух ты, подожди. Или давай суши на сигнал, третий. Давай. Давай, я буду. Давай. Раз. Ну, грубо говоря... У тебя пневма стоит. Да, я пневму поставил, мне этого отсчета загрузил. Фига ты, давай, короче, я, у меня вроде бы нет ее. Так. Три, и стартуем. Давай. Оу май. Да, блин, черт побери, сразу уходишь. Ну, вообще нормально, да, понятно. Ну, знаешь, я на ней вроде бы напрямую рвал даже лансер. Поэтому, ничего типа... Ничего себе, приятно, да. Это да. Не, я ухожу, да. Слушай, гонки гонками, а что с теми типами будем делать? Наверное, набираем банду, да, своих подписчиков? Да, слушай, есть какая идея. Есть, конечно, идея позвать наших знакомых. Там, да, типа, да. Funny Games, так далее, вот, да? Помню. Да. Федоров. Да. Вот, либо их позвать, либо, да, уже банду подписчиков, но для этого нужно, конечно же, закупиться оружием. Вот, да. Я, честно говоря, не знаю, кого, по идее, нужно закупаться у бандитов вообще. Слушай, есть, конечно, варианты, я об этой области наслышан, то, что можно за город выехать, либо в порт сейчас заехать, первый вариант, либо второй вариант, тут за городом есть база русской так. мафии, если не ошибаюсь. А, кстати. Вот. То есть можно съездить туда, посмотреть, постучаться там, обкашлять вопросики с бандосами. Слушай, поехали, да, съездим сейчас туда, к этим, к местным авторитетам, скажем так, и... Вау, что молодой творит? Братан, ну там и братан, ты чё, ты что творишь-то, а? Тачку помял. Слушай, да, он... Страховка есть вообще, нет? Он там поехал, и мы нормально. Окей, братишка, поехали тогда, сейчас съездим. Попробуем сейчас закупиться стволами. Только у меня денег не очень много, честно говоря. Ну ладно, посмотрим. Первое, предлагаю, короче, в порт заехать. У меня, если что, я деньги в кредит брал. Давай ты вперед, потому что я не очень знаю дорогу. Так, братан, давай влево, получается, здесь, если не ошибаюсь. Да, давай. Чё там? О, пацаны, тут реально какие-то очень мутные менты, серьезно. У тебя розыска нет случайно? Нет, я проехал. На самом деле, как бы я выезжал со второстепенно, я должен был пропустить, но я типа его... Какой-то он очень темный был, я его не увидел, честно говоря. Да, так, сейчас вроде бы направо, да, если не ошибаюсь, да, в конце дороги. Да, сейчас направо, сейчас до упора и направо. И прямо, и прямо. Тихо, стой! Занос, фига ты, красиво зашел. Нормально, по красоте. Да, короче, ребят, нужно будет чиниться к механику, уже заезжать после всей вот этого движения. Да. Блин, мажоры какие-то, полиция, черт побери. Ну, сколько этих? Слушай, какой-то беспредел на дороге. Да. Так, ну вот, слушай, вроде как это место, если не ошибаюсь. Да, сюда, да, по идее? Да, давай, заезжаем. Аккуратнее здесь на лежачем, потому что здесь... Типичный русский лежачий. А дальше куда, знаешь? Так, ну слушай, братан, вроде как здесь где-то находятся, вот вдаль можно проехать, в принципе. Давай. Какие-то ездят, слушай. Может, грузчики знают? Слушай, может, давай спросим у них, а? Давай спросим. Мужики, стойте, помогите, пожалуйста. Кажется, они, это, заняты, очень заняты, увлечены работой, да. Да, работают, слушай. А, слушай, вот здесь, во, глянь, короче, столько машин здесь стоит, может быть, люди знают что-нибудь, смотри. Да. Братан, может быть, они где-то засели за тонировкой здесь? Потому что, да, такие прям Камри стоят заряженные, да? О, нифига здесь тачки, ты посмотри, какие здесь тачки, сколько их здесь. Тазы, мои любимые тазы, черт возьми. Тут C63, что ли, стоит, да, нормально? Да, в круг все катанные, короче, реально. Что-то я... Ну, пока никого не... Ой, фух, да немножко ладно, в трубы, починимся, да. Починимся. Нормально, это жиги дрыги. У меня, кстати, знакомый есть, я к нему, собственно, и ехал пневму ставить. У меня там просто за детали как бы все поставил, даже за работу не брал. Я понял тебя. Ну, в общем, здесь я что-то никого не вижу, честно говоря. Слушай, давай, может быть, за город поедем. Я думаю, там наиболее такой хороший вариант будет. Давай, поехали. Вот, потому что здесь что-то реально никого нету. Вот, ну чё, как жизнь-то вообще последнее время? В целом так неплохо живешь. Ты тоже недавно здесь. Ну, знаешь, так, я потихоньку, да, видишь, уже все-таки машина есть, квартира есть, это уже облегчает вообще всю ситуацию. Конечно, если бы меня бы еще на деньги не кинули, вообще было бы отлично. Я понял. А так, конечно, получается не очень приятно. А ты, получается, купил все в кредит, да, пока еще? Да. Я, короче, с другой, я с Нижегородской области переехал сюда, вот. Это, получается, у нас уже другая область, вот. И, собственно, решил с нуля чистую жизнь, как бы, вот, ну, с я понял. Начать. Так, ну что, братишка, в общем-то, мы уже подъехали, получается, вот склады. Да, перцев нашли, только не факт, что они барыжат оружием, конечно, не факт то, что это тот склад, грубо говоря. Да, сейчас я лучше закрою свою машину. Да, я тоже как бы закрою эту всякую сигналочку тоже. Так. Ну как бы нифига есть, ямочка стоит, смотри, ешься-то, лансер.
Угу, тачки на стиле. Так, где тут мужики какие есть? Может быть, вот этот, который? А там внутри. О, папа, ага. Братишка, посмотри сюда, что у нас здесь такое. Опа, давай к нему докопаемся. Короче, вроде бы это не тот чувак совсем, да, к которому нужно стволами, ребят, обращаться. Да, он нам сказал, типа, это не ко мне обращаться, но какой-то замешанный чувак. О, слушай, давай. Давай, да, мы спросим, да. Здоров, мужики. Здоров, молодые. Здорово. Парни, знаете, кого можно приобрести, что? Нам тут лоха нужно порешать одного, короче. Ну как бы оружие, там пистолет, не знаю, ТТ, Калашникова вообще подойдут. А, ну короче, смотри, вам получается нужно купить банды специальные, там, восток, запад, за кого лично выбрать, и там можно будет купить со всего. Ага, понял. То есть это только так работает, да, типа через человека нужно по связям как бы зайти в группировку и там уже выкачивать ресурсы. Ага, я понял тебя. Ну, ладно, что, давай, приятель, держись там, удачи тебе. Ну, спасибо, давай, удачи. Так, ну что, Андрюх, я так понимаю, что у нас небольшие проблемки, да, в этом плане? Да-да-да, что-то, слушай, как бы купить оружие, так понимаю, непросто, я как бы не стал до них докапываться, погнали, может быть, отсюда. Ладно, я думаю, что будем решать, еще я думаю, что давай подзовем ребят, там, знакомых, да, друзей, там, все дела, для того, чтобы банду же организовать, и после этого будем уже думать по поводу оружия, потому что, возможно, у кого-то из тех, кого мы подтянем, у них есть варианты, как приобрести оружие, вот, потому что, если мы будем разбираться, то не завтра и не послезавтра, я так думаю, скорее всего. Да. Да-да-да, слушай, да. Это, конечно, время еще нужно, да и стволы тоже взять, как бы, народ. Да-да-да-да-да, вот. Поэтому давай, наверное, сегодня мы как бы встретились, сейчас мы так машинки наши проверили, давай мы сейчас тогда тебя устроим у меня дома, вот, да. И уже после этого будем думать, что будем делать дальше. Да, погнали, погнали, до дома, наверное, может быть, даже и на этом будем заканчивать, да? Да, я думаю, что можно, в принципе, да, закончить уже прямо сейчас, да. Заряд там уже садится. Ёма, аккуратнее, аккуратнее. Да психопаты. Тут себе мопеды понакупали, я замечаю прям, вот серьезно. Бешеные, да. Да, просто на дорогу вылетают. Давай здесь припаркуемся здесь справа и, наверное, закончим. Давай, сразу пока всем скажем. Вот. Огромнейшее, друзья, спасибо, что вы нас находите, в данном случае Мухаммеду огромнейшее тебе спасибо, мужик. Да-да-да. Вот, и другим ребятам тоже огромнейшее спасибо. Ну, как бы на этом все, я думаю. Да, ребята, всем удачи и всем пока-пока. Всем покедова!